всем любителям живописи, кто сегодня участвует в экспресс таком маленьком мастер-классе. Всего лишь 4 часа. Вы должны получить от этого мастер-класса максимальное количество знаний при минимальном напряге. Как мы убедились с Леной, очень сильно некоторые студенты перенапрягаются. Сильно хотят получить красивую картинку, отталкиваясь от своих пониманий гармонии. А мы вас призываем расслабиться. Вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете. Потому что сегодня у нас будет Венеция как тема, и у нас будет как способ ее воплощения на холсте, это тихая живопись. Поэтому вот мы все время, все, что бы мы ни делали, мы будем про себя вот, повторять. Мы делаем тихую живопись. Мы делаем ее осознанно, мы делаем ее вдумчиво, мы не распыляемся на какие-то мелочи, мы делаем главное, мы все время делаем отбор. Мы делаем главное, а второстепенное растушевываем, расфокусируем вот это зрение, вот как фотоаппарат, который вот сконцентрирована резкость на композиционном центре, а края размыты. Вот таким вот мы должны воспитывать наш глаз. Тогда это будет интересно зрителю, тогда это будет необычная живопись, тогда это будет не срисовывание с картинки, а будет именно то, что называется в искусстве. Потому что когда перечислено все, это признак непрофессионализма, это художник-любитель. А мы все-таки хотим, чтобы вы вместе с нами выросли до художников-профессионалов. Поскольку у нас как бы будет такой фрагмент городского пейзажа, скажем так. И вот этот фрагмент, это как раз то направление живописи, которое существовало и было очень широко распространено в Венеции в 18 веке. И один из, вот были два таких наиболее известных художника, Франческо Гварди, вот его работа, Бернардо Белотто. Но я вам хочу просто сказать, что если Бернардо Белотто отличался фотографическим воспроизведением, то в отличие от Бернардо Белотто, Франческо Гварди отличался именно вот дух показать, переплетение вот этих стихий, воздуха, водной стихии и самой архитектуры. Вот когда вот это переплетение показано, но вот это вот как предвестник импрессионизма, предвестник вот этой живописи, именно живописных качеств, был именно Франческо Гварди.